Друзья, всем добрый день. Начинаем показ сегодняшнего улова наших рыбаков. Сейчас у нас на выходе с блатной стойкой стоит Светлана. Свет, приветствую. Все мое. Ну, здесь улов, естественно, не только одной Светланы. Я не знаю, супруг с вами? Или молодой человек. Ваш молодой человек. Значит, вес у вас вышел улова 14 килограмм, насколько мне подсказывает вот товарищ. Вот это моя лично пойманная. А как вы среди всей массы узнаете свои рыбы? Подбитый глаз у меня. Подбитый глаз. Так, несколько слов. Несколько слов. Значит, что использовали при рыбалке? Какие нюансы интересные? Глубина, где рыба? Глубина сегодня она где-то в середине. Угу. Клевала, блин, ушла на 2,5 на золото-серебро, да? Виллинс, да? Который. Да. Угу. А поймалась на семечку, которую я все время называю. Не семечка, а морковкой. Угу. А блесна, остальное... в общем, расцветка семечка работала. Виллинс, да. Все Виллинс. И паста, сыр. И паста, сыр. Хорошо, угу, работает. Ну, вы у нас на видео есть, да, мы там зафиксировали все поимки. Ну, практически не все поимки, но большое количество поимок у вас Маю было зафиксировано. Не поймали. Последняя сошла, угу, зараза, но осталась блесна со мной. Обратите внимание, друзья, все по фэншую. И даже сапоги. Вот это только не по фэншую. И даже сапоги. Да, все да, синий цвет приносит удачу. Приносит удачу. Да, чувствую, Свет у нас не любит поговорить. Молодец такая. Наконец-то да. Первый раз не записали нормальное видео, а то на все как получалось, все закрывалось. Свет, как общее впечатление по рыбалке? Да хорошо. Хочется, знаете что, хочется ночью побегать. Ну, в следующий раз приезжайте, вон там у нас есть очень много места, и бегайте. Нет, интересно за фонариками, а так нам тук-тук-тук. А я думаю, вы просто побегать хотите. Нет, Светлана, тем не менее, улов замечательный, я поздравляю вас с замечательной рыбалкой. Рады были вас видеть. Приезжайте вы у нас периодично. Очень приятные молодые люди. Да. Ну что ж, всего доброго. До новых встреч. Надо и что-то вы хотели сказать. Да. Знаете, кого вам надо песика своего рекламировать? Он такой классный у вас. Ничего другого я не мог услышать из этих прекрасных уст. Он так лапки Светлана, делает, он рядом с рыбой всего был бы доброго. Вот мы так усугубились в лирику. До свидания.